Что там у вас случилось? Ну что ты, даже тела не забрали, сгорели. В Беттере? Да. Охуеть. И 12 или кто-то, или 15, дал команду отступать. И вы, короче, в итоге не заехали, да? Нет, без шансов, там заминировано. Ебать, нахуй там сидеть? Я не знаю, нахуй я могу сидеть. Вчера разъебали, я думаю, вперед мы больше не пойдем. Куда идти, блядь? Вон, пошли, блядь, тереть рот и нахуй, минус. 2 километра, блядь, пошли вперед. Ты мне там случайно ночник не передавал? А с кем бы я тебе, братуха, его передал? Блядь, ты уже ебал, отморозил, нахуй, ночью ездил. Да сейчас это, слышишь, сейчас буду к вам еще кататься, я так понимаю, из-за техники и еще там из-за всякой шляпы. Вы там что делаете? Ничего, хули, мы же все отдали. Нас нихуя нету, блядь. Просто вот. Просто мы и пиздец.